Доброе утро. Здравствуйте, мои дорогие. Вот. Все говорили, снега мало, снега мало. Как всегда. Наступает Новый год. И снег идет. Мой сын приедет. Мы поедем с цементом работать. Мне еще чуть-чуть цепануть, чтобы погуще было. Он потом разбавит. Так-то по существу. Это как его налиться-то нальется. Можно чашечки прям чик-чик туда. Или чем-то. А где ты такие штуки взял? Экспресс. Здесь у нас побольше. Дед Морозов, Дед Морозов. Специально. Снеговики, но это для снега. А, для снега. Вот, чтобы залить вот такую вот штучку, развели целый ведро. Вот, в фикс-прайсе продаются вот такие штучки для снега. Мы сейчас попробуем сделать маленькую фигурку для сада. Любовь Николаевна, держи. Может, на, садись. Тебе как человеку, да, преклонного возраста. Посмотрим, что из этого получится. Единственное, что это клей для плитки. Не знаю, посмотрим. Мы приехали к Косте на работу, у него ремонт идет, чтобы дома не развозить грязь. Короче, фигачит с него, да, вылезает. А его надо на бачок, наверное, положить или нет? Да надо, по идее, бы вот так. Так надо, знаешь, как сделать? Может быть, прям так и поставить его. Знаешь, вот чем-нибудь какой-нибудь сейчас я... У меня там в пакете горшок, Костя. Я имею в виду, что надо на жопку ему что-то поставить, чик, перевернуть и все. А. Это может быть даже бумажка красивая. Ты думаешь, она не... Нет. А мы ее несколько раз свернем, сейчас, подожди. Возьмем несколько раз. Ну, картон или бумажка, но мне кажется, что... Вопрос в том, чтобы его ровно поставить на ровную поверхность. Я еще думала скотчем, а скотчем да, не нашла. Да, тоже вариант, кстати. Я могу, конечно, ошибаться, но у него получается, если его на жопу поставить, то у него из мозгов выльется тогда. Там много. Много. Мозгов много не бывает. Вот видишь, как это, как его мозги из России вытекают. Ой. Ой. Так, ну давай посмотрим. Так, во-первых, давай найдем ему площадку какую-нибудь. Чтоб он это как вот. А плиточки нету? Есть. Плиточку да, надо ровненько. Вот еще. Бумажка-то бумажка. А с плиточкой можно переносить с места на место. Ой. Мне так нравится, когда люди снимают, ну вот такие видео, и у них прям, ну все,
просто замечательно получается. Сразу, с первого раза. Да не получается никогда с первого раза все замечательно. Одна подготовка. Это, найти из чего, где. Вот видите, валится. Валится и все. Так. Тебе на выбор прям и плиточка, и гипсокартон. Да все равно, что не жалко. А что? Да нам пофигу. Давай. Гипрок. Так ты знаешь как, давай вот так накрываем, чик-то переворачиваем. Хопа. О, он как Будда какой-то, слышишь? И что, все? Ну все. Ничего ниоткуда не течет вроде, да? Сейчас посмотрим. А на камеру ничего не снимается. Почему? Мне кажется, низко стоит. Может быть. Сейчас посмотрим. Ну, все офигенно стоит. В общем, короче говоря. Я смеюсь, говорю, мне так нравится, когда люди снимают видео, и у них прям с первого раза, ну, все идеально. Так не бывает. Надо долго мучиться, чтобы что-нибудь получится. Главное, ничего не вытекает. Или это вытекает у нее? Ну, немножко. Немножко. Может быть, еще наклон тут есть. Ну, что дело? Все? Пока на хранение? Все, сохнуть. Поехал, ну тебе, держи его ровно. Ну, давай тогда. Надо его поставить куда-то. Поставить куда-то, давай его поставим. Все, он будет ждать здесь. Будда. А у нас стройка идет небольшая, поэтому появилась площадка для материных работ, для творчества. Как у нас принято было в России, да? Да. Всегда себе отсыпать. Кто на чем работает, у того и дома. Так, осторожно, пылища, хватит тебе еще. Ну так она, у нее расход-то такой приличный. Да. Ну хватит, хватит, хватит. Я теперь знаю, где есть. Куда прийти. Едем матери за... телефон. Едем за телефоном. Голову сломали, уже изучили кучу приложений. Вот. Появился у нее штатив с ну, как селфи-палка, штатив. Появился. Подарил на Новый год. Вот. И ну, лично я прихожу к выводу, что надо телефон. С телефоном можно, во-первых, лучше видно. Качество съемки хорошее, телефон всегда под рукой. Что еще? Какие из преимуществ? Я не знаю. Выкладывать. Выкладывать, да. Хотим скачать, посмотреть приложения какие-то, ну, по монтажу, чтобы можно было, ну, ролик какой-то создавать красивый, приличный, сходу. Вот. Монтировать просто. И, может быть, заставочки сохранять. Короче говоря, надо пробовать. Надо пробовать и, наверное, какое-то удобство, да? Я думаю, что здесь вопрос удобства и скорости. И независимости. Маман должна быть независима. Вот это, наверное, самое важное. Маман должна быть независимая, потому что приходится обращаться ей для монтажа роликов или к нам, к нам в семью, или к Сашке отсылать ей в Питер. Она сейчас в отъезде, в деревне, как обычно, там без интернета и так далее. Короче, ой, все. Заминочки, да. Ты что, не видела, да? Нет, я еще тут не ходила. Гармония огонь, а ее, да. Отремонтировали. Полностью все, да, разломали все. И... вот. Поэтому как-то научить маман,
научить монтировать ролики с помощью какой-то простой программы и, наверное, сходу выкладывать в интернет с телефона, вот, научиться. Тогда однозначно можно будет и чаще встречаться с подписчиками на канале и, не знаю, как-то делать это более оперативнее, эффективнее. Короче говоря... Короче говоря, век живи, век учись. Дураком помрешь, не зря говорят. Вот. Фотоаппарат, экшн-камера, тут это, куча всяких каких-то карт памяти. Короче, целая гроздь этих каких-то пластмассявок. Короче, надо в одно место все собрать. Посмотрим, получится у нас или нет. Мы вам расскажем. Не подойти к подъезду. Ой. Побрякушки тут эти. Не побрякушки, а каменья. Каменья, побрякушки. Да. Бубринчит как это. Так они в коробках гремят. Неподъемный чемодан. Праздники, все дома, все машинами заставлено. То, мои дорогие, съездила я, забрала гномика. Уже 4 дня прошло. Уж думаю, наверное, он застыл. Но одна у меня проблема. Что-то я не могу фотоаппарат никак в штатив вставить. Сейчас еще попробую, не знаю. Как снять-то одной рукой-то неудобно. Ну вот, видите, какой получился. С ямками. Надо это замазывать просто. Это дольше будет, чем я думала. И пальчики прям, смотрите, какие смешные. Господи. Вроде и кресла переворачивала. И все равно. Ну, я же не буду перезаливать его. Ладно, сделаем так. Сзади-то он, да, получше получился. Вот это сейчас зачистим. Ну что, мои хорошие, вот. Разрисовала я гномика. Вот такой получился гномик. Сильно я, конечно, тут не старалась. Но факт тот, что из этой игрушки для формы для снега можно сделать маленькую садовую скульптурку. Вот, так что дерзайте. И у вас получится.